Всем привет! Вы на канале Онака. Меня зовут Татьяна. Я снимаю небольшой утренний влог. Сегодня у нас 19 марта. У нас снег во дворе уже растаял. Это новый снег. Сегодня я, как заправский пекарь, испекла ночную партию хлеба. Это у меня хлеб бездрожжевой. Сейчас покажу его в разрезе. Хочу взять кусочек на работу. Вот так выглядит хлеб в разрезе. Пеку я хлеб уже несколько месяцев, но получаться стал вот в последнее время он у меня. Первично мы ели такой, знаете, тонкий блин, и некоторые, я слышала, говорили, что действительно не получается. Да, надо чувствовать закваску, но не надо опускать руки, можно съесть и блин, ничего страшного. Это бездрожжевой хлеб, который не поднялся. У меня вот сейчас он стал подниматься, нужно чувствовать и закваску, и сколько добавить муки. Здесь у меня и ржаная, и пшеничная мука. В общем, вот такой хлеб. Ну, может быть, я работящая, может быть, не знаю, как объяснить, но вот я люблю это делать. Хотя зайди в магазин и купи, это не так уж и дорого купить хлеб. Поставила варить я кофе. Варится у меня кофе в двух турочках. Одна турочка керамическая, это для себя. И вторая турочка для папы. Вчера я с работы пришла довольно-таки поздно. Меня ждала дома вот такая запеканка. Я о ней мечтала всю ночь. Вот сейчас буду завтракать. Испек муж творожную запеканочку по моему рецепту. Ссылочку на рецепт я вам оставлю под видео. Чашечка мужа вот эта большая, моя чашечка поменьше. Муж у меня завтракает только ложечка меда и вот этот вот кофе. Ну, а я бывает, что и не завтракаю, но сейчас весна. Очень рано у нас делается светло на улице, и я стала раньше вставать. Поэтому есть время у меня позавтракать. Так обычно я обедаю на работе. Я болтаю, но я не перестаю следить и за этим агрегатом. Можно немножко вот так приподнять. Чуть-чуть пенка осядет. И немножко опустить еще. Вот некоторые нагревают до 3 раз. Но я мужу делаю так, по насыщенней. Все. Если вы хотите вкусный кофе, нужно класть чайную ложку именно на кофейную чашку, не на огромную чашечку, а чайную ложку кофе молотого или растворимого на одну чашечку. Попугаи тут у меня мечутся в клетке. Тоже нужно им насыпать корм. Они вот интересные такие. Когда камеру на них наставляешь, они сидят и смотрят. Так, в чем дело, в чем проблема? А если видят меня, они кричат и требуют, и топают ногами. Вишенку тоже мне купил муж. Запеканочка со свежеразмороженной вишенкой. Рыбка тоже завтракает. Вот я завожу новую партию хлеба. Здесь у меня вода, закваска, соль и сахар. Больше ничего. Я пеку только мука ржаная и пшеничная. Сейчас вот я буду вымешивать. И пока я буду на работе, он будет хлеб подходить. Я приду и спеку. Этот хлеб у нас будет на 4 дня. А за 4 дня у меня подойдет новая закваска. Я сначала вымешиваю вот так вот лопаточкой до густоты сметаны, а затем уже вымешиваю рукой. Вот я вымесила, сейчас буду добавлять еще муку и продолжать. Замесила новую партию хлеба, смазала форму растительным маслом и положила булку в эту форму. Будет подходить у меня, ну, где-то 8 часов. Накрываю, конечно, я и ухожу с чистой совестью на работу. Сегодня у меня муж не хотел завтракать, но когда увидел хлеб, то поел хлеб, мед и кофе. Готовлю новую закваску, беру 2 ложки ржаной муки, добавляю воду, перемешиваю. И в течение 4 дней я готовлю закваску, добавляя воду и ржаную муку.
Работу, привет новому трудовому дню.